микрорайоне «Пятая площадка» в среду вечером перевернулась на крышу Toyota Crown. Вверх колесами атлет оказался после столкновения с другим крауном. Авария произошла на дороге с односторонним движением. Белый автобрат, совершившего кульбит седана за секунды до аварии, стоял на правой обочине. Внезапно выехав на дорогу, этот шофер создал помеху приближающемуся сзади горожанину. Тот отреагировал молниеносно, бросил свой автомобиль влево, пытаясь объехать препятствие. Сделать этого не вышло, произошло касательное столкновение. Белый краун остался на дороге, а темный, отлетев влево, врезался в дерево и после этого опрокинулся. Грохот с улицы заставил забеспокоиться о гулявших детях многих жильцов жилмассива. Вот в этом доме живу, и грохот был ужасный. Думаю, за ребенком пойду посмотрю, что с ребенком. Заволновалась, вышла сюда, вышла, посмотрела, здесь машина уже лежала. Посмотреть на перевернутую иномарку и снять видео на память собралась целая толпа. Но самыми благодарными и многочисленными зрителями были дети. Они с нескрываемым восторгом следили за процессом обратного переворачивания машины. Ее владелец, выбравшийся из салона без единой царапины, стал для них настоящим героем. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.